Так, что я купила? Я купила, ходила в магазин вот в этот Pull and Bear. Это у нас в центре, в торговом есть такой магазинчик Pull and Bear. Мне он очень нравится, там очень качественные вещи. И купила себе вот такую маечку, которая must-have у каждой девушки. Она подходит как и вниз одевать под какую-то кофточку, и подходит также просто ее одевать под джинсы. Очень даже красиво смотрится. Так что вот еще такая покупочка у меня. Она такая длинненькая, до талии, в общем. И талию прикрывает отлично. Отличная, классная маечка. В Одессе купили штанишки серенькие. Сейчас я вам покажу. В магазине Орсей на Фонтанке. Там ТРЦ Ривьера. Вы знаете вот этот магазин. И вот эти штанишки сейчас... Вот эти штаны, я их сейчас одену. Ткань такая классная, классная ткань. Немножечко переливается. Но я специально купила такие штаны. Как бы они, что ли, классика. И классика, и на каждый день тоже пойдет. Casual тоже, я бы сказала, подходит. И у меня просто была вот такая вот новая, уже долго-долго лежала блузочка. Шелковая, не шелковая, атласная, не атласная. И никак я ее вот здесь вот внизу, видите, с этим не могла подобрать, что под нее одеть. Купила такой вот атлас, видите, мышиный цвет. И долго уже, наверное, с месяца 3-4, может, больше лежала. Вот, наконец-то я себе подобрала штанишки. И я одену, посмотрите, оцените. Итак, дорогие мои, вот такой вот у меня общий вид. Теперь вы видите, какая прелестная, вообще секси такая прелестная. Она и вечерняя, она и casual на каждый день, она и на работу пойдет. И везде она пойдет, эта блузочка. Смотрите, какая она классная, да, вот этот вот шелк, он так ложится. Ну, вообще идеально, вот здесь вот завязывается, вы можете себе отрегулировать каждый по своей талии, поэтому я очень тщательно мне так хотелось уже одевать эту блузку, и поэтому я подбирала штаны очень идеально, чтобы они подходили к ней. Я одела черные, они не подходят. Я одела капри, не подходит. Одела джинсы, не подходит. Я ходила, искала везде и всюду, ничего не подходит. Пришлось в Одессе, в Ривьере, на Фонтанке, вот только там я купила. Еще кто туда поедет именно на Фонтанку, и для кого это будет далеко, там, допустим, то я вам в Ривьеру сразу скажу цену. Там штаны, брюки, джинсы, там блузы и так далее. От 249-279 и выше, чтобы вы знали. И выше, не ниже. Ниже там нет просто. Поэтому, чтобы вы имели это в виду. Что еще я хотела сказать? То, что подо все подходит такой наряд, это 100%. Если я вот эту свою сумочку поменяю на клатчик, то все, я могу идти в театр. Если мне надо на работу, замечательно, иди. Если на свидание, пожалуйста, супер. В кафешку тоже отлично. Так что, кстати, милирование у меня идеально прошло. Вот там, видите, я все сделала сама. Отлично, хорошо. Теперь такой объемный вид. Я вас всех люблю. Целую, ваша Катя. Весеннего вам настроения. Bye.